Всем привет, мои дорогие зрители! Подготовил для вас новую подборку отличных тем для вашего смартфона Xiaomi. Ребят, если у вас будут какие-то вопросы, задавайте их внизу в комментариях под этим видео. Я буду вам очень благодарен за участие. Если будут вопросы интересные, я на них постараюсь снять отдельное видео. Ну а мы приступаем к обзору наших лучших тем. Настройки, темы, личный кабинет официального магазина тем. Ребят, я еще раз напомню, чтобы вы получили более расширенный доступ к своим темам, вам нужно в настройках изменить свой стоковый регион на Индию. Тогда вы получаете все возможности от официального магазина тем и более расширенный функционал. Итак, эти три темы я уже скачал. Если вы захотите их скачать, то вы просто в поиске вводите название этой темы, скачиваете и применяете. Вот такие вот простые действия. Название этих тем я оставлю в описании под этим видосиком. Первая отличная тема, она называется Mix Plus. Применяем ее, телефончик ее сейчас пару секунд адаптирует. И мы будем ее рассматривать. Эта тема довольно хорошо меняет наш функционал смартфона. Смотрите, рабочий стол, очень красиво все смотрится. Квадратные ярлыки наших приложений, закругленные края. Окантовочка. Меня очень сильно нравится наша окантовка. Разноцветная, переливающаяся окантовочка нашего смартфона. В любом положении. И очень классный функциональный виджет. Он так немножечко плавно, анимационно подъезжает, как вы видите. Классный виджет. Время, дата, месяц, число, день. Секундные даже идут показатели нашего времени, погода, завтра, четверг, пятница, на 3 дня вперед. Функциональный, читабельный, красивый текст. Так, менюшка наших уведомлений, квадратные ярлыки нашего функционала. Если ярлык активен, он окрашивается в синий цвет. Настройки. Настройки, да, здесь стандартные, белые, на белом фоне. Меню... Так, наша звонилочка тоже стандартная. Блокировка экрана здесь самое интересное. Смотрим. Опа, смотрите. Вот, так, вот такой вот вид. Тоже окантовочка. И здесь вы можете ее отдельно даже настраивать. Смотрите, вы можете отдельно настроить, открыть менюшку. Отдельно настроить время можете. Так, как будет выглядеть, когда вы заряжаете свой смартфон. Вид зарядки вашего смартфона. Дальше вид нашей окантовки. Видите, квадратная, вот она меняется по краям. Возьмем такую, как под смартфон. Дальше мы можем вставить дождик, можем убрать, можем вставить сердечки, там пузырьки, вот такое всякое. Можем повключать, а можем все это вообще убрать. Так, ну дальше там не особо так интересно будет. Классная тема, она мне очень понравилась. Если она вам тоже нравится, то можете без проблем ее скачать и установить. А мы переходим к нашей третьей теме. Так, сейчас смотрим. Вот она, желтого цвета. Применяем. Называется Wallpaper V10. Смотрим. Такая немножко анимационная тема. Какой-то чувак на лодке гребет, стоит на месте, но когда мы делаем свайп вправо, чувачок продвигается вперед, вы видите. Вот такая вот прикольненькая тема. Ярлыки приложений круглые, меню уведомлений вот такое вот интересное. Когда все белое, квадратный функционал, когда функция включена, окрашивается в черненький цвет, вот так. Настройки на фоне сером. Красивые настройки, здесь такие еще узорчики небольшие, стандартные ярлыки функций, вызовы. Вызовы здесь прикольные, смотрите, здесь вот окрашивается вообще контакт наш чувака на желтом фоне. Когда мы вводим какой-то номер, в общем-то на таком фоне желтеньком, как из-под кустов напишем номер. Интересная тема, мне нравится. Так, меню блокировки экрана здесь тоже по-своему уникально, смотрим. Чувак вылетает, держится. Бывает и другая, кстати, вид.
Вот, время можем включить и выключить. Летает чувак на воздушном шаре. Видите, здесь они меняются немножко. Вот, пожалуйста, вам какие-то зайцы. Классная тема, она довольно функциональная. Мне нравится. Смотрите. Оп, здесь вот такой вид блокировки. Экран блокировки здесь по-своему очень уникален. Мне нравится. И меняется здесь тоже рабочий стол, обои. Смотрим еще раз. Опа, вот, пожалуйста, уже другой вид блокировки экрана. Классная тема. Так, переходим к нашей третьей теме. Вот она. Она не такая функциональная, но по-своему красивая. Вообще, здесь песочные часы на рабочем столе изображены. Ну, так, мне лично нравится эта тема, такая успокаивающая. Стандартные приложения окрашены в желтую окантовку, круглые ярлычки. Меню уведомлений. Вот такое вот стандартное. Если функция работает, желтым цветом окрашивается. Звонилочка наша. То же самое. Тык-тык-тык, желтым цветом. Настройки. Стандартные. Так, галерея. Ну, все по стандарту. Блокировка экрана. Тоже стандартно, ничего удивительного. Спокойненько. Тема. В основном присутствуют яркие краски в желтый и золотистый цвет. Вот. Вы видите. Вот такая, ребят, подборка. Я надеюсь, она вам понравилась. Если это так, то ставьте лайк. Ребят, подписывайтесь на канал. Всем успехов!